Двое заключенных, бежавших из тюрьмы строгого режима в штате Нью-Йорк, включены в список 15 самых опасных преступников США. За любую информацию, которая может помочь в поимке беглецов, ФБР обещает вознаграждение в 25 тысяч долларов за каждого. Полиция распространила новые, обработанные компьютерной программой фото беглецов. Криминалисты полагают, что за 2 недели побега заключенные могли похудеть и отпустить бороды. В настоящее время поисковая операция ведется в радиусе нескольких километров от тюрьмы. Полиция проверяет все пустующие здания и видео с камер наблюдения. Подозревается также, что беглецы могут быть уже за пределами США, если у них есть поддельные документы. Один из них, Ричард Мэтт, обладал незаурядными художественными способностями. В тюрьме он рисовал знаменитостей, среди которых были Билл Клинтон и Барак Обама. Сообщается также, что он писал портрет семьи сотрудницы тюрьмы, которая помогала заключенным бежать. Напомним, Ричарда Мэтта и Дэвида Суита ищут уже 13 дней. Они сбежали из тюрьмы строгого режима, проделав отверстие в вентиляционных трубах. Об этом деле мы подробно рассказывали в программе «Тайм-код». Смотрите материал на сайте rtvi.com и на нашей официальной странице в YouTube.